Мирным людям, которые остаются в зоне военных действий, помогает Ринат Ахметов. Грузовики с продуктами гуманитарного рейса сегодня выехали из Днепропетровска в Донецк. Сразу после прибытия волонтеры на стадионе «Донбасс-Арена» распределят продуктовые наборы. О том, как доставляют помощь, наши корреспонденты. Больше 3000 тонн продуктов на пути в Донецк. Водитель Сергей везет в зону АТО вермишель. Надеется, что родные и близкие вскоре получат помощь от Ахметова. Я думаю, что она важна, эта помощь, так как, допустим, пенсии не получают, а кушать что-то нужно. В течение недели в Донецк доставят 194 фуры с продуктами, 243 тысячи продуктовых наборов. Именно столько помощи выдадут людям волонтеры на этот раз. Ринат Ахметов поставил задачу максимально помочь людям, которые нуждаются в продуктах в Донецкой и в Луганской областях. Для этого штаб увеличил ассортимент, калорийность и состав продуктового набора. Теперь продуктовый набор будет весить больше 13 килограммов. А помимо муки, сахара, круп, консервов, масла подсолнечного, в состав дополнительно входят 2 банки тушенки, 2 упаковки макарон, банка консервированной кукурузы. Первыми получат помощь наиболее нуждающиеся города Донбасса. Донецк, Харцизск, Ясиновато, Енакиево. И для жителей Макеевки будет организован новый пункт выдачи во Дворце спорта «Дружба» в Донецке в первой декаде декабря. Сегодня в Донбассе на грани голода 35% населения. По данным гуманитарной карты, самая критическая ситуация в станице Луганской. Также высокая потребность в продуктах в Донецке, Авдеевке, Енакиево, Горловке и Первомайске. Это помощь, спасение для миллионов людей. За 3 месяца гуманитарный рейс доставил в зону АТО 1 миллион продуктовых наборов. До конца года Ринат Ахметов поручил штабу доставить их 2 миллиона. Из Донецкой области Виктория Чистюхина, Юлия Меншакирова, Владимир Конопля. События, канал «Украина».